Как можно случайно зайти в лол? Там уже нужно 150 приложений установить, аккаунт подключить, там столько геморроя с этими всеми авторизациями и так далее. И тому подобное. Нормально, 3 минуты до старта, 2 вебки не работают. А, ладно, 1 вебка не работает. Мы уже стартанули, все ок. Не волнуйтесь, будет ребят, забавно, мы уже стартанули. Директор по какону будет без какона. Да. Очень интересно. Ну, ребутни есть еще, пока время есть. Это что-то просто экстраординарное. Выгрузи скайп. Переподключи вебку в другой этот USB. Ребутни комп. Переустанови Windows. Переустанови Windows. Смени место жительства. Поменяй пол. Серега, сделай что-нибудь. Но за 2 минуты, пожалуйста. Потому что как он уже потек. Зрители уже негодуя. Где как он, спрашивает зритель. А как он, а нет. Так. Обиделся, ушел, короче. Да подкалывали. Ну вот и все. Ну вот и все. Да как я вас раньше... Полноэкранный режим. Нет, да, да. Отлично. Все, сейчас делать. Сейчас я вас настигну. А там же по-любому Сереже придется еще подключать. Да, придется. Почему я вижу только себя и Бонича? Вот она у меня включается, но она просто черная. Не могу понять, что за фигня. Чёрт. Так, я прошу, слова черный, там, какие еще провокационные слова, которые мы можем... разбанили уже? Скажи пока мне. Нет. Ну тогда можно. Я ожидаю разбана с минуты на минуту просто, я так понимаю, что они меня на 7 суток забанили, как раз ровно сегодня, неделя прошла, поэтому... Ну каково тебе, расскажи мне, без твича? Ну ощущения нет, вообще в целом нормально, ничего не изменилось в моей жизни, но... Чувство несправедливости все равно меня гложет, понимаешь, да, потому что, ну, это было совершенно, я считаю, неправомерное действие с их стороны. А за что тебя забанили, напомню? Ладно, напомнишь через часик. Да, через час напомню, сейчас пока я еще в бане сижу, через час все напомню. И еще на 7 дней. Ребята, это будут самые минусовые стримы с точки зрения развития канала. На Твиче это... Классно, если меня будут банить рандомы на разных платформах, то есть сегодня на Ютубе, например, забанят. Потом на Одноклассниках. И в конце концов Миша до кучи такой, ладно, лови на Good Game тоже на 7 дней. Full House. Full House, да. Расти, развивайся. Что нужно сделать, чтобы на Good Game забанили? Не знаю. Сказать, что Twitch хорошая платформа. Тебя все равно простят через какое-то время. Сказать, что Twitch супер. Я прощай. Думаю. Вот так. Я про Лоловского. Есть такой персонаж в Лоле. Понимаешь, Миша, даже в Лоле есть свой Twitch. Где в Лоле Good Game? Когда же мы будем играть в самого любимого персонажа? Неизвестно, поддержал и сообщает. Как раз успел на стрим настроек. Да, наш любимый. Незабвенный. Сереж, ты нас слышишь? Сережа, пожалуйста. Скажи нам что-нибудь. Сережа! Кого телефон там? Не знаю. Ладно, это у меня. Сергей. Самые красивые стримеры и Сергей. Фото. Короче, почему-то я сейчас ребутнулся, надеюсь, все нормально будет, но... Опа. Да, вроде нормально. Надеемся. Короче, у меня Discord вис, когда я запускал камеру вообще полностью. Я не знаю, она где будет. Ситуация та же самая. Да. Нет, а по крайней мере, вы у меня не зависаете. Заново все. Нет, классно, что мы не зависаем. Ты нам камеру просто покажи, у тебя там зачеркнуто. Ну, я ее включил сейчас. Типа. А, ну работает, значит, расключил. Вот Саша. Проверяй. Тоже без камеры. У нас зачеркнуто значок камеры. Мистер президент, у меня к вам вопрос. Что такое вообще? Я в шоке. Контакт отошел, давай. Контакт от Дискорда. Прикрути, пожалуйста, там, припаяй его обратно. Ну, у нас теперь и Тэй нету, кстати, вы заметили? Да не, есть уже. Баневур не очень пишет нам. Слава богу, не с Good Game, а зритель. Поэтому можно банить смело. Баневур не очень. Ничего, это Баневур не очень. Вот объясните, пожалуйста. Ну, надо говорить, мама твоя не очень, а Баневур отличный. И все? Ну, правильно, ты же не на Твиче, поэтому можно. И про мамку, и про все что угодно. Теперь для компании можно всем выключить камины.
Камины. Камин-аут. Камины. Камины будут пить. Вчера человек зафакапил с самонерками, извинился и вышел из игры, чтобы команде не получить минус ЛП. Так что бывает и хорошее. Ух ты, лалерки. Понабежали. Привет, повар. Вонь, пойдем просторы. Ты вообще у меня за рабовой село, Тэй? Да, да, она изначально рабовой село. Угу. Да. Серьезно? С нами как будто робот Федор общается. Из Роскосмоса прямиком. Прям с Марса. Ну, в принципе, можно и так оставить. Ужас какой! Да, это... Раньше было лучше, Тэй. Скажи, Тэй, планета Железяка. Разумной жизни нет. Все. Ресурсов. Есть такая тема в Blue Yeti, периодически у меня тоже возникала. Выключить и включить. Да. Сейчас отлично все. Да, все отлично. Все отлично, кроме одного фактора. У нас нет 1/4 состава участников, которые... Да, может быть, ему жена отключила все, отпаяла. Может, она у него... Да, собирается там со своими друзьями, с девками какими-то. Угу. Так, глядишь, в кабак пойдет по скайпу. Из дома выходить начнет. Да. Поэтому отключу-ка я ему все это. Может, она у него какой-нибудь системный администратор или... Кто занимается пайкой? Слесарь? Сантехник? Коты занимаются пайкой. Ой, у Миши камера новая? Нет, камера старая, просто она была к другому компу подключена. Подожди, то есть имеет смысл, имеет значение, к какому устройству ты ее подключаешь? Ну, к какому ты устройству подключишь, к тому она будет подключена. Да, но почему просто... поменялось качество картинки? Да. Потому что камеру другую... Фокус вижу, насыщенность другая. Да, это основная камера. Майкер другой какой-то, в общем. Верните старого. Математическая задача. Больше. На стриме нет 1/4 стримеров, то есть 15%. Сколько всего стримеров есть? Бонич, это по твоей части. Да, я уже решаю. Я сейчас функцию выложу. Там верхний предел будет минус бесконечность, нижний предел минус 1. И если тригонометрический график построить... от интеграла, то получается, что 75% стримеров на стриме. Вроде правильно все. БСП говорит, я дрова перенакачу быстренько. Я дрова нарублю. Может, он нас обманывает, что они живут в Новокузнецке. Может, он где-нибудь в тайге, в избушке. И электричество подключает. Знаешь, когда крутит какую-нибудь динамо-машину. Жена. Педальки. Да. Жена, я давай быстрее, у меня стрим. Они любят накручивать. Дрова перенакручивать. У него только что все было норм. Вот буквально за 3 минуты до вашего появления. В смысле, у него вебка работала? У него была вебка, все было хорошо, да. Как только вы подрубились, у него все... А, я рабовой что еще? Да, терпим. Нет, нормально. Сереж, по сравнению с Мишей... Северус, по сравнению с Мишей, твои проблемы чуть более масштабные, так что давай. Дело не в Мише. Да. Или будешь сейчас из чатика озвучивать. Смотрите, какие у меня коты. На майке. Узнаете? Смайлики. Они, правда, подзатерлись уже, но... Ты узнаешь котов? Нет. Очная ставка с котами. Таких котов у меня не было. Пока. Привет, Эверест. У нас весело, видишь, сидим, ждем. На Ютубе пишут, что я нетрадиционной ориентации. Откуда я, в принципе... Пусть маме своей позвонят, она подтвердит, что это не так. О, чувствую прям... Да, я сам так выдумать не смог бы. А я что-то стал такой толерантный, сейчас просто вычислю по IP... грохну и все. Даже обзываться не буду. И в конце концов, памятуя историю с Твичом, я как бы... Ну, да, окей. Да, у меня было 3 жены, да. Ну, такое бывает. Так все начали подсчитывать, да? Но это по моей математике их было 3. На самом деле 2. БСП скинул в телегу мне задачку. Я не знаю, к чему ты мне это скинул, я не знаю. Переустанови дрова. Втыкни в другой USB-разъем.
как там говорят, на БСП, смотри, на винде дрова, на дровах трава. Переустанови дрова на винде двора. Потому что стримить пора. Сереж, ты можешь... Интересно, если БСП будет главным виновником того, что у нас не состоится трансляция. Непривычная ситуация просто. Обычно Бонивура ждем. Или ты переодевается. Да это когда или со мной что-то не так. Столько лет прошло. А что такое? Что за лицо такое? Ты такая... Ты переодевается, когда Миши что-то не так. То есть это такой индикатор, да? Если ты убежал и переодеваться, все, значит, беда на пороге уже. Сереж, ну выйдем к нам без вебки, просто говори с нами. Давай сегодня стрим без лица БСП. Ну, я поставлю картинку. Если бы, кстати, стрим был бы... Ага, да? Гифку на его вебку поставить. Да. Я думал вот эту размытую, которую вот смайлик. Помните, когда у него проблемы с коннектом были? Одна из его любимых гифок. Да. Вообще вот, идеально. А если бы... Опа, опа! Да, давайте я вам просто скину гифку. Да. И вы гифку поставите вместо меня. Да. Потому что я не знаю, все хорошо работало, только мультиконферентный звонок начался, и у меня после этого все слетело, я не знаю почему. Ну а ты ребутался? Я включаю вебку, у меня все виснет. А ты ребутался? А ты обращался к целителям? А ты ребутался? А ты ребутался? Подождите, кажется, надо пойти ребутаться. Миша, не останавливайся. Миша, продолжай, дави его напором. БСП? Алло. Ребутнись. Все вместе попробуем сделать пересозвон. Давайте вместе попробуем. Давайте все вместе сделаем пересозвон. Выйдем и зайдем, как положено. И зайдем нормально, да. Так. На стриме вы можете увидеть, что у нас четверо, друзья. Есть. Как мушкетеров. Есть. Сереж. Кто самое слабое звено? Мне кажется, он обиделся на ребут. Он не в телеге, не это сам. Да. Чувствую нас сейчас на ребут с этим ребутом. И не придут уже. Блин, 100 лет уже Бонича, смотрите. Да, Бонича 100 лет, такая вот майка. Южному федеральному. Давно тебе присвоили статус Южного федерального масштаба? Ну, с тех пор, как на Твиче забанили. Сразу. Нет, я слышала, что после 30 мужчины набирают вес, но не для того, чтобы становиться федеральным масштабом. Я пока буду аудио, потому что я не знаю, где она используется. Да, делал. А, хорошо. О, смотри, скайп ее видит, но при этом нигде, кроме скайпа, она не работает. Скайп был закрыт. Отключи ее в скайпе. Чтобы меня палками не кидали. Отключи ее. Я сейчас как-нибудь его попытаюсь. А можно, может, там процесс скайпа как-то не прекращается? Может, они сделали так, что... Да, может, да, да. Диспетчер задачи, ищешь скайп, выгружаешь. Скайп бесконечен. Кстати, из трея он уже, меня уже давно вышел, но, может быть, он где-то еще скрытый висит. Кто удали знает, скайп вообще, серый. Это прошлый век. А он не установлен. Интересно. Он же виндовский, там теперь они его запускают как-то через стор свой. Хитро. Так и есть. Мы вас не видим, пишет Эверест. Так, ну это тогда нужно немножечко повнимательнее присмотреться, протереть монитор, и все обязательно появится. Так. Вебку перевоткни. О, серый, ты пробовал вебку воткнуть и выткнуть? Я и в другой порт даже. Я предлагаю, ребят, провести расследование и прения по поводу этой ситуации. У нас есть Пишите в комментариях, да. У нас есть молодой обвиняемый. Давайте просто будем... Ты игру-то видишь? Ну все, я, короче, последний раз попытаюсь сейчас ее включить. Если зависает, то, ну, будем так вести, ничего страшного.
Вот граф пишет, что если какое-то понятно. Приложение хватает вебку, то все, Discord не в силах ее поймать. Угу. Неуловимая вебка. Неуловимое приложение. Серега, понимаешь? Отбери вебку у всех приложений. Будь только с Дискордом. Повар говорит, конфиденциальность в Винде позволяет отрубить вебку везде, кроме Дискорда. На стриме. На стриме. Сейчас не могу. Да-да. Сереж, ну... Что называется... А, у нас теперь еще не слышит. Почему Саша настолько одетая? Короче, забейте это, потому что надолго слишком будет. Я предлагаю не париться. У меня даже... Дискорд зависает, даже если я в сеттингах ее проверяю. То есть пытаюсь настройку видео включить в опциях Дискорда. Отлично, зависает. Поехали, ребята. Итак, это... Да. Какой уже там... Четвертый стрим. Третья часть. А, да. Четвертый, да. Мы все еще на втором деле. Все очень плохо. Мы... У нас закончились зацепки, закончились доказательства. И, в общем, в тяжелую ситуацию попал молодой адвокат. Дело о сестрах продолжается. Сестры. Ух, так. Ты сразу же, как игра нам предлагает вызвать посыльного, предложить. А, это ж мы тогда, помните, решали, что чем нам заниматься. Продолжать допрашивать. Подруга, которую мы обвиняем в причастности к убийству, заявляет о том, что она была в номере, никуда не выходила, и есть вот посыльный, который может это подтвердить. И, собственно, мы сейчас решаем, продолжить допрашивать ее или пригласить посыльного. И да, несмотря была против посыльного, я был за посыльного. Несмотря на массу несостыковок в ее показаниях, несмотря на найденный в ее номере подслушивающий чип, судья ей верит. Судья говорит, ну ладно, ничего не доказано. Потому что она красивая. Это да. Так, Миша, ты за кого? Я не знаю, как здесь по логике. То есть, если мы вызываем свидетеля, это исключает продолжение допроса Мэй? Или это дополнение? Слушайте, ну, мне кажется, что все-таки надо посыльного вызвать, потому что просто, ну, мы к ней еще, скорее всего, сможем вернуться. Ну, мы у нас ей уже все показали. Хранение? Да, есть сохранение, поэтому погнали. Посыльно, потому что нам нечего даже ей показывать особо. У нас же все мультивы показали. Сторона защиты вызывает, желает вызвать посыльного в качестве свидетеля. Свидетеля в качестве посыльного, то есть. Здесь явно что-то не так. И я докопаюсь до правды. А кто посыльного озвучил, я? Да это с тобой что-то не так. А, вот это я помню. Новофильм.тв. Я отказываюсь вызывать посыльного. Я на него обижен. Почему? По какой причине? А? Потому что я его послал. Вы будете смеяться. Потому что я настаиваю на том, что прослушивание телефона никак не связано с убийством. Потрясающе, великолепно. Как ты это вот так вот тонко жонглируешь-то фактологией? Действительно, никак не связано с убийством. Делов-то, подумаешь. Нет слов у адвоката просто. Хотя, может, и связано. Кто его знает? Нам не с чем сравнивать, да? Если примите одно условие, тогда я позволю вам вызвать свидетеля. Ага, сейчас будет условие не допрашивать свидетеля. Мы просто на него посмотрим. А так можно вообще в суде? Да, сейчас он еще и взятку. Карты начнут играть не сейчас еще. Да. Сейчас он с ним начнет договариваться подпольно. Ты не задаешь ему вопросы об убийстве, о номере, о диктофоне и о моей подзащитной. Блин, то ли дело у Каданцева, в карты сыграли, все понятно сразу. Если показания посыльного не поставят под сомнение алиби мисс Эйприл Мэй. Тогда не вызываем посыльного, а смысл его вызывать-то? Офигел, что ли? Вы должны будете признать, что она не убийца и, следовательно, не виновна. А также принять обвинительный приговор мисс Майи Фэй и заплатить за все дело производства. А еще мне не хватает на яхту. Таково мое условие. А еще вам нужно самому придумать, почему мисс Майи Фэй не виновна. Вот такое мое условие. Что?
Что? Судья, ты чё молчишь-то? Судья, тут вообще форменный беспредел творится. Надо поскорее найти что-нибудь подозрительное в показаниях этого посыльного. То есть мы согласны на эти. Да. Иначе Майю все просто. Иначе Майю тут же признают виновной. Что же мне делать? Сдаться, согласиться. Ну, сдаваться в любом случае плохо. Негативный вариант. Смотря кому, смотря кому. А сдаться? Что значит сдаться? Я не совсем понимаю. Не, мне тоже не нравится. Давайте это не шагу назад. Давай. Ну, окей. Ладно. Мне все равно нечего терять. Ну, кроме всего. Понятно. Я принимаю ваши условия. Что? Как будто типа дурак, ты же совсем, что ли? Ладно. Характерное молодое фуфло, это так переводится. Жалкий глупец, в смысле глупец. Вы угодили прямо в мою ловушку? О, нет! No. А ой-ой! Стоп, подождите. О, здравствуйте. Хорошо. И проснулся. Вот мы все угодили в ловушку. Судья, у тебя нормально все с кукундером-то вообще? Фляга не свистит, дед? Волос нет, поэтому... Вызовите посыльного отеля Gatewater в качестве свидетеля. Нет, в качестве судьи его вызовите, а я на дачу. А судья случайно в КХЛ в структурах не работает? Что происходит вообще? Это, мягко говоря, по-моему, незаконно все, что происходит. Полагаю, мы готовы выслушать свидетеля. Он и вправду выглядит как по-свиной. Но это обман. На самом деле. Он сразу с чаем пришел. Со своим. А как? Кто его озвучивал? Я его озвучил. Подождите, там... Бонич, там выбор тебе из гифок Лояр прислал. Надо поставить какого-то БСП. Или несколько менять просто. Ща. Ну, смотри, а там есть та, которая качественный контент или нет? Вот ее лучше поставить. Есть, есть, но она вот, да. Маленькая. Она не... Как? Растянешь, как раз нормально будет. Ребята, я боюсь, у нас сейчас и исходный, как он тоже пропадет. Я, конечно, постараюсь сделать все, что от меня зависит. Ставить картинку в ОБС не так сложно. Блин, это... Тебе не повышает, так повышает, да? Ответственность твоя сразу так... Повысилось. Так, 720. О, там моя рука есть. А, это твоя? Это моя, это... да. А если вы про... Я не вижу гифку, но я подозреваю, что это с стримфеста. Да, 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 да. Все. Хорошо. Сейчас, погоди, я посмотрю на стримфест. Спасибо, Лояру, за гифку. Будем считать, что Сережа тоже скворечником тронулся. А ты можешь взять несколько гифок и сделать из них слайд-шоу? Такого не, продакшена не. Бонич покажет. Пожалуйста, ребят, умоляю, это до конца стрима будет происходить. Хотя да, бы... сэр! Да, сэр! Не, по-моему, я его звучал. Слишком много ролей, Серега. Вы вызвали меня во время работы, сэр! Я рад вам служить, сэр! Что-то он на голос судьи слишком похож. Это его сын. Этот чайный сервис выглядит довольно тяжелым. Вы никого им не убили часом. Так что без дальнейших церемоний к столу! Что? А, нет. Свидетель может начать дачу, я же сказал, на дачу поеду. Дачу показаний. Ну все правильно, майские скоро. Хорошо, сэр. Ой. Я работаю посыльным в чудесном отеле Gateswater, существующем вот уже каким-то чудом 4 поколения. Так. Насколько помню, а помню не очень хорошо, после 20:00 я получил звонок от нашей постоялицы мисс Мэй. Так. Она попросила, чтобы ровно в 21:00 ей принесли кофе со льдом, сэр. Разумеется, я принес ей кофе точно в указанное время. Но в другой день, сэр. Потому что девиз нашего отеля, напоминаю, нам похер на ваши просьбы. И передал его непосредственно самой мисс Мэй.
Девиз. Понятно. Все, все, мне все понятно. Блин. А вы догадались? Сторона защиты может начать перекрестный допрос. Да, я готов. Надеюсь. Давай вот сначала попушим его, а потом будем это. Попаукаем сначала. Паук и пуш. Может, а потом задинаем. Может, ставер дефенс, экспанд поставим. Ребят. Точно так хотите? Можем 30 минут. Если я смогу доказать, что мисс Мэй замешана в убийстве. Так. А, извините. Так. Май конец. Что? Потом напился уже. Блин, я ничего не помню уже. Значит, ты напилась. Вот здесь надо давить. Я работаю посыльным чудесным отеле Gates Water, существующим вот уже 4 поколения. Давить. Да серьезно? Да. Не-не-не, зачем? Нет, давить это просто дополнительно его расспросить. То есть ты любишь просто давить? Я хорошо. Давим. Я хорошо. Давим. Я хорошо, а вот он не очень сейчас будет. Обычно так происходит, я давлю, а кому-то хорошо. Ага. А в чем именно заключается ваша работа? Ты не совсем правильно поняла, Тэй, схему управления теми вещами, которых ты подразумеваешь. Когда давишь, ну не всегда хорошо. Особенно если сильно давишь. Ну смотря это по какому ты направлению, так сказать. Ну как же, у меня широкий ряд, у меня широкий спектр, у меня линейка широкая, ассортимент, цветовые разные варианты, широкий ряд обязанностей, сэр. Я помогаю гостям заселяться в отель и выселяться из него. На каждом по обязанности по галстуку. Заправляю кровать, в общем, я тут всем заправляю. Я даже обслуживаю гостей, сэр. Я лично зарегистрировал мисс Мэй. А вы всегда так чопорный? Что значит чопорный? Я не знаю. Он ну, погоди, с чаем типа пришел. С чаем чопорный, на допрос пришел. Чопорный, типа строгий такой, весь из себя в деле постоянно. А, он зарегистрировал мисс Мэй, вы это прослушали. Она уже зарегистрирована где-то. Мистер Райт, вы не хотите тоже зарегистрировать кого-нибудь? Воздержитесь от пустяковых вопросов. Ты, это в твой огород камень прилетел сейчас. Отсудили. Нет, так нам ничего не сдали все равно за это. Поэтому. Насколько я помню, а помню я плохо, после 20:00 я получил звонок от нашей постояльцы мисс Мэй. Давим? Давим. Конечно. На жалость. А, вы уверены, что это была мисс Мэй? Твою мать, что за вопросы? Конечно, сэр, это была она. Или не она, но представилась ей. А почему вы так уверены? Напоминаю, я лично зарегистрировал мисс Мэй, сэр. А, ну тогда понятно. Я не только увидел ее во всем ее поразительном великолепии, но и услышал ее бархатный голос. Ты че, сэра? Где мой фен в номере? Сколько он раз ее регистрировал? А потом я увидел их. Их? И здесь варианты в чате, пожалуйста. Воу. У человека аллергия, срочно врача. Посмотрите, у него глаз заплыл, пятна на всем лице. Чай отравлен! В целом, я хочу сказать, что весьма хорошо запомнил, сэр. Так, и что было дальше с ними-то? Ну с ними-то что? Они попросили, чтобы ровно в 21:00 им принесли кофе со льдом, сэр. Кино на СТС, я хотел сказать. Разумеется, я принес ей не кофе. Не надавил. Ну, если везде давить, то вылезет же обязательно что-нибудь. Так нам и надо, чтобы вылезло. Лопнуть может, Тэй. Терпение судьи. Нормально. Hold it! Ровно в 21, значит. Да, я несколько раз уточнил этот момент. Мисс Мэй смотрела передачу по телевизору и хотела выпить кофе, как только она закончится, сэр. Дом 2, что ли? Кино в 21:00 на СТС, понимаешь? Мультики смотрела. Это же время убийства.
Это она себе так алиби обеспечивала, на самом деле. Разумеется, я принес ей кофе точно в указанное время. Не-не-не-не, Бонч, тут про другое. Какое алиби? Она все равно не подозреваема в убийстве. Она сказала, что она в 9.00 видела из окна. Как она могла видеть из окна, если она телек смотрела в этот момент? Ну, не весь час смотрела телек. Может быть, в туалет пошла. Так она же убийство видела. Точно в указанное время? Именно! Точно! Аккурат! Тютелька, ну, в тютельку! Да. БСП прав. В это время, сэр, 21.00. Вы в этом уверены? Извините. Посмотрите на вот эту вот гифку замечательно. Мисс Мэй была весьма настоятельна на том, чтобы кофе принесли именно в это время, сэр. А теперь кто здесь прав? Кто здесь прав? О, посыльный, хихи, я хочу типа кофе со льдом себе в номер ровно в 21.00. Пьёшь с лёдиком вообще-то. Что-то типа того. Поэтому как только часы показали 21, сколько правильно, 0-0, я постучал в её дверь, сэр. Ну понятно. Почему она требовала такой пунктуальности? И передал его непосредственно мисс Мэй. Ну тут, я думаю, давить... Нет, ну ладно. Ну в 20.00 было убийство совершено. Может быть, а как она... Ну вот, смотри, какой глупый вопрос. Она кофе у него забирала. Уверен, что это была именно она. Потрясающий вопрос. Потрясающий вопрос. ВВСР. Военно-воздушные силы. Нужно направить, чтобы разбомбить вам башку, потому что вы тупой, сэр. Не-не-не. Величественные, великолепные сиськи. А-а-а. Да я уже играла в эту игру, похоже. Вы вообще соображаете? Вот так переводится эта аббревиатура. Да, сэр! Это означает вне всякого сомнения, сэр. Это одно из моих фирменных выражений, сэр. Ой. Помимо слова сэр. Что я несу? Почему вы так уверены? О, опять аллергия, сэр. Сейчас я приму зонок, секундочку. Все нормально. Ну, когда я принес ей кофе, сэр. Так. Она, в смысле постояльца, сэр, подарила мне амбрас, сэр. Вот прямо на пороге сняла штаны и подарила амбрасе. Амбрасе? Это что-то по-французски? Это обнимашки, наверное. Ну, да, сэр, целовать, сэр. Но это был не французский поцелуй, а простой чмок. Вот знаете, как чмокают обычно, сэр. Зачем ей это делать? Вы же не очень. Полагаю, что она нимфоманка, сэр. Вероятно, была сразу же очарована моими изысканными манерами, сэр. Это был момент, который я сохраню в памяти на всю свою жизнь, сэр. У меня сейчас глаз выпадет. По-моему, звучит как-то подозрительно. Думаю, наша мисс Мэй что-то замышляла и хотела, чтобы посыльный ее запомнил. Интересная экстраполяция. Ууу, ну что, погнали? Бесполезно. Видимо, никуда мы не погоним. Я ничего не нашел. Это конец. Как же не нашел? Вот сейчас я как плечами пожму. Наконец-то вы осознали. Так подождите, а может быть можно было предъявить что-нибудь? А почему? Я предъявим. Этому посыльному незачем лгать. А вот мне есть зачем. Но я не посыльный. Хорошо, Катернатив. Буду заикаться на каждом шагу. А теперь... Супер игра! Если вы обладаете хоть какими-то приличиями, то нет, прекратите этот утомительный допрос. Какой? Нет. Манипулирует, а? Угу. Он и вправду был несколько утомителен. Сеть может быть свободен. Нет, мы ничего ему не показали. А зачем ему что-то показать? Протестовать. Я не могу позволить ему уйти. Хадыщ. Стойте! Прошу, подождите! Чайку хотя бы налей. Да? В смысле, сторона защиты желает что-то добавить?
Давайте добавим сахара. Последний вопрос. Позвольте задать ему последний вопрос. А вы точно посыльный? Не, вы точно ее видели? Да. Ваша честь, я протестую. Сколько протестующих? Так много протестующих в одном месте, боюсь, что сейчас Росгвардия приедет. Это издевательство над судом и так слишком затянулось. Согласен. Постой, мистер Эджвард, не стучите колеса. Не стучите, не стучите, свидетель. Хорошо. Потому что стукачей никто не любит. Да. Хорошо, мистер Райт. Я разрешаю задать еще один вопрос, но не более. Ну и не менее. Сейчас нам на выборы дадут, смотрите. Сейчас будет внимательно. Ладно. Вот сейчас-то все точно и решится. Это мой последний шанс. И кузу. А что мне его спросить? Сохранится, может быть? Кровать не смыть. Обслуживание номера, заселение в отель. Ну, стоп, кровать, я думаю, заселение не особо актуально. Подожди, обслуживание, когда приходили, когда мы ее не застали, да? Заселение в отель там... Сейвами, значит, да, Бонни? Сразу все понятно. Давай, не, просто подстраховаться. Мне кажется, заселение в отель, потому что там была проблема, что она прослушала телефон. То есть за день созванивались сестры, да, и обсуждали, типа, когда та придет. Не совсем понятно, когда и откуда прослушивался телефон, но она не могла этого знать, не будучи еще заселенной в отель. Я согласна. Может быть, она записала просто. Она могла заселиться как раз в то время, на которое была назначена встреча для передачи улики. То есть фишка в том, что обслуживание номера мы уже обсудили, он нам все рассказал про 21.00, что она там телек смотрела в этот момент. Мы уже знаем, что она не могла видеть момент убийства. А кровать... Кровать это чисто порофлить, мне кажется. Ладно, давайте. Я не согласен, на самом деле. Расскажите мне о заселении в отель. Так, а что ты молчал? Мы пообсуждали. Я думал. Как вы зарегистрировали мисс Мэй? Ох, как он только ее не регистрировал. О, ладно, хорошо, сэр. Я сразу же подумал о том, что она была очень-очень красиво. А в моем вкусе, так что, по правде говоря, я был разочарован. Что? Что? Ясно. Что? Прошу прощения, но почему вы были разочарованы? А, с ней был этот мужик. Ну, я не лишён обаяния, сэр, но даже мне не сравнится с ее ухажёром. Опа! Fuck yeah. America, fuck yeah. Что он сказал? А есть такая же песня, только про Канаду? Что вы сказали? Если бы... А-О-М, да, что Ж. И другие междами. Заполните пропуски между буквами. Посыльный, скажите нам правду. Я не посыльный. Я убийца. Мисс Мэй заселилась в номер не одна. Там же... И такие... Протестую я. Я протестую, потому что... А почему бы... И что, это будет принято, что ли? Судья, алло, судья... Вытащи деньги из кармана и начни вести процесс правильно, алло! Так. Протест отклонен. Свидетель ответит на вопрос, и я поеду на дачу. То ж я подумал, что Навального судят, судя по поведению судьи. Да, снова аллергия, извините, пожалуйста. Сейчас я протру себя кремом. Почему вы не упомянули об этом в своих показаниях? Ну, сэр, вы типа не спрашивали, и все. Очень смешно, конечно, да. Обычно люди рассказывают о таком безо всяких просьб. Урод. Вот, сэр, о том, что я гомосексуалист, я тоже вам не рассказывал, но вы же не спрашивали. Действительно, да. На самом деле, ну, этот любезный прокурор, мистер Эджвард, он... Что? А, на всякий случай, Бонич, тебя вот-вот должны разбанить на Твиче, поэтому
шутки про гомосексуалистов нужно уже сбавлять. Обожаю, обожаю гомосексуалистов, обожаю их. Лучшие люди планеты. Да что ж там, я сам нет-нет, да и да, ребята. Хай! Гомосексуалисты! Вперед! А сейчас его в России. Кто-то не очень приветствуется, понимаешь, поэтому ты аккуратней, чтобы тебе не приехали за пропаганду. Да, у нас на стриме есть несовершеннолетние. Меня сейчас в одноклассниках забанят после таких слов. Вонь, твич, твичом, но тебе еще на улицу выходить. Да ладно, пропаганда в одноклассниках-то, это не так страшно. Вот. Ладно, я не настолько популярен, так что я уж лучше потерплю. Но, Сидр! Сидр, С, Сидр, первая буква С, уважаемый Твич. Сидр, напиток грушовый, если не ошибаюсь. Или ягодный. Яблочный. Яблочный. Сидр. Он попросил меня не упоминать об этом. Поэтому я и не упоминал, потому что я очень ответственный посыльный сэр. О-о. Жалкий глупец. Г. Глупец. У меня получилось. А, вот я так победил. Вот я да. А это так работает в суде. Там. Да, расходимся. Мисс Эйприл Мэй заселилась в номер на двоих. Вместе с неким мужчиной. Виверна? Ну, типа того, сэр. Значит, когда вы обслуживали номер, там этого мужчины не было? Вы правы, сэр. Там судьи, по-моему, это не очень интересно. Поджелудочную схватило. Ваша честь, проснитесь. Мы только что узнали, что в этом деле замешан еще один человек, который может быть убийцей. В свете этого нового факта я настаиваю на том, чтобы продолжать процесс невозможно. Всех отпустить. Вы согласны, мисс Эджворд? Почему я мисс? За что? Стер. Кто? Кто? Кто, по-вашему, убил Мию Фэй? Кто, ну, допустим, человек в розовом пиджаке, например. Очевидно же, что... Посыли её. Кто был? Ну, на самом деле, мы это знаем. Что мы знаем? Нам показали, кто её убил. Это ж Коломбо ситуация. Второй, давай, выбирай уже и погнали. И тут Бонни шмажет. Посыли. Третий вариант. Мужчина, который заселился в номер вместе с мисс Мэй. О, это же я! Блин, у меня радикулит, похоже. Ваша честь. Как мы узнали, мисс Эйприл Мэй прослушивала телефон жертвы. При этом у самой мисс Мэй есть алиби на момент убийства. Тем не менее, это не снимает подозрений с мужчины, который остановился вместе с ней. А также со всех, кто заселился в этот отель в течение последнего месяца. Во время убийства последний не видел его в том номере. Это уже подозрительно. Так, вышел в коридор, короче, там никого нет. Как вы ловко все придумали, но вы уже поняли, слишком поздно. Уже слишком поздно, я ее уже убил. А, Миша трещит. Да, так я же говорил, что робот был большой. Уже слишком поздно. 7 вечера, заседание завершается. Слишком поздно? Кажется, вы выдаете желаемое за действительное, мистер Эджвард. А, правда, неприятные помехи у меня. Сейчас перезвоню. В конце концов, именно вы скрыли... Давайте я тоже перезвоню. Не надо, пожалуйста! Саш? Да, мне тоже нужно. Ты умеешь пародировать голос Майкера, если что? Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, я слишком пискля для этого. Сережа! Нет, зачем ты перезванивал? Ну ты-то зачем? Ошибки. Ошибки повторяются. Сережа! Какая досадная оплошность. Алло! Так, Эджвард.
Все трещу нормально, или не трещу? Не, не трещу. Окей, продолжи. Продолжи. О! Выскочка, дилетант, паскуда, подлец. Ох, да. И судья такой, апелляция принята, он действительно выскочка и дилетант, и паскуда. Поэтому обвиняемая садится за решетку. Эти обвинения абсурдны. Чпок. Довольно. Суд признает и поддерживает аргументы стороны защиты. Как? Не, сам не ожидал. Я ожидаю, что обе стороны тщательно изучат это дело, а я поеду на дачный конец. Вы меня поняли? У нас есть пушки! Да, ваша честь. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю трансляцию, дамы и господа. Увидимся в следующий раз. Майя Фэй все еще мертва. Судебное заседание объявляется закрытым. Торопиться некуда. Баста. 7 сентября, 14.24, окружной суд, вестибюль подсудимых номер 1. Мистер Рай! Вау! Вы выступили просто потрясающе! А он еще выступал где-то после суда? Как под лобу. Правда? Да нет, конечно, шучу. Это было самое отвратительное. Я ваша новая поклонница. Как быстро ты меняешь приоритеты. Ой, ну, знаешь, я просто выполнял свою работу. Хотя тот прокурор тоже был довольно крут. Да, особенно, особенно с аргументом «потому что». А почему бы и нет? Великолепно, да. Почему бы и нет? Великолепное выступление, просто максимально аргументированное. О? Ну и лицо у него было. Глаза распахнул, губы дрожат. Это инсульт был. У меня аж мурашки по спине побежали. Понятненько. Какие-то странные эротические фантазии. Вкусы. Ну, допустим, побежали. И так, чё? И что теперь со мной будет? Что он все время кнутом лупит на заднем фоне, я не понимаю. Меня отпустят домой? Да. Тебя просто отпустят. 15 лет. Твой дом теперь в ВТК номер 6 на лесоповале. Ну, пока нет. Я так не думаю. Пока еще рано. Вы так отвратно выступали, мистер Райт. Вообще, я ненавижу вас всех. Понятно. Понятно. Но сегодня я напал на след. Я читаю следы. На след? Двери не лгут. Тот мужчина, заселившийся вместе с мисс Мэй, он ключ ко всему. О! О! Вот оно что! Кстати, а что теперь будет с мисс Мэй? А я зарегистрирую через еще несколько людей. А я слышал, что ее арестовали. Кажется, она начала понимать, что обаяние спасает ее не везде. Она сейчас от всего съехала на обаяние. Она сейчас в следственном изоляторе. Возможно, позже мне придется ее навестить. В любом случае, это дело только-только начинается. Охренеть, просто! Блин, хорошие новости. Так я же говорил, еще, блин, стримов 15 такими темпами будет. Я собираюсь побольше узнать об этом человеке. Думаете, он? Он человек. А... Может, Валенсу? Возможно. Валенсу. Сестрёнка. Сестра, сестра. Блок костра. Не переживай. Я найду его к завтрашнему, к четвергу, кажется. Мы его найдем. Обещаю. Да, да, не раньше. Я на вас рассчитываю. Какая ты расчетливая всё-таки. Такое это не гантели у нее были, это девятка там какая-то висит. Я попросил полную запись показаний мисс Мэй. Чисто из любопытства. Да, ради науки. Профессиональных интересов, да. Подумал, что они могут еще пригодиться завтра в суде. У-у-у. Но еще теперь... на одном хостинге. Когда запись у меня на руках, я уже не так уверен.
Я не уверен, что он доживет до завтрашнего заседания суда. Большая часть ее показаний — ложь. По сути, от ее показаний там вообще мало что осталось. Показания Мэй. Мисс Мэй уклонилась от удара и убежала вправо, но ее догнали и ударили насмерть. Класс. Не знаю, помогут ли они мне вообще. Ну, значит, если он, игра нам говорит, что изменилось, то помогут. Ладно, пора прошвырнуться по улицам и заняться расследованием. Бонч, поменяй мне вебку, пожалуйста. Да нормально, Серега. На новую? Да другую. Сиди, кайфуй, Серега. Майя не место в изоляторе, и только я могу ее оттуда вызволить. Продолжение в следующей части. Спасибо, было неплохо. Ну, мы, по крайней мере, не забыли. Да, мы в прошлый раз. Сохранить. А мы можем... То есть, мне кажется, тут, в принципе, главы должны плюс-минус одинаковые по длительности бить. Часик бить. Не достиживаем уже, да. Второй раз. 7 сентября, 15.11. Залезли на изолятор, комната для посетителей. Почему Семён Альтов читает текст? Я не понял. Здравствуйте, вы посетители? Он по всем приветики. Они все в одной комнате сидят всегда. Полчаса, да. Полчаса ты не озвучивал никого. Не ожидал, что меня навестят в таком промозглом местечке. Стекла-то не ставят. Знаешь, это так трогательно. Сейчас я тебя потрогаю, подожди. Это ты хотел услышать, ты вонючая адвокатишка. Надеюсь, ты помрешь. Ой, как же на мою бывшую похоже, господи. А вы помните ролик про Бибикола, где такой этот полный чувак? Про... И муж кукол такой стоит сзади. Ну что я, ничего могу делать, а как я вообще? Ну уже кольца надеты. Понасмехался? Явился. Давай снися над поверженными слой. Что ты несешь? Не-не-не-не-не, дело не в этом. Я хотел у вас кое-что спросить. А вы... Маги, не звони, не спроси, где она была вчера вечером. А вы точно, мисс Мэй? А, кстати, у нас же разрушитель мам тут фигурирует в этой... Да. Я... К сожалению, я не хочу, чтобы меня о чем-либо спрашивали. Поздно, деточка, ты уже в СИЗО. Ой. Когда ж ты от меня уже останешь, ты дикобраз? Недоделанный. А у него, да. Недоделанный. А, дикобраз — это из-за прически. Да, я тоже сначала... А я думал, из-за наших колких вопросов. Дикобраз, потому что раз на раз. Он на Соника же больше похож, если честно, чем на дикобраза. На Панасоника. Пошло-поехало. Поехала, кажись, она. Прошу, успокойтесь, вы охранника напугаете. Да, ему вообще страшно. Он не шевелится уже, четвертый стрим. Он уже мертвый больше. Это картонный охранник. Даже он испугался. Ну и что ты хотел у меня поспрашивать, а? Пусечка моя. Может, у нее сплит просто? Для начала, когда вы успели стать настолько ненормальной? Так. Изучаем. Объект изучения пропал. Это мы видели уже все. Ничего не поменялось в комнате. Охранник тот же самый даже. Настоящий профи. Либо ему здесь не часто удается увидеть женщин вроде мисс Мэй. Но то, что охранник стоит, мы уже видим. Все? Да. Потрясающе. Поговорим. Что показывать? Сначала говорим, задаем все опции диалога, а потом показываем. Насчет того мужчины, с которыми а так и скорее всего и было. С которыми вы снимались в номере в отеле. Снималась я везде, да, много где. Везде, много где? А, можете рассказать мне о нем, о них, о кому угодно? Кто-то мне подсказывает, что нет. Где он? Ну уже. Губу свою раскатал. Это погоди, что? Было бы у меня что-нибудь, что могло бы заставить ее говорить. Электрошок, губа, например. Зачем вы прослушивали телефон Мэй? Мисс Фэй, Ми Фэй. Ну, не надо это говорить таким холодочком. Я будто преступница какая-то.
Да нет. Нет. С чего вы взяли? То, что вы сидите в камере заключения, это вообще ни о чем не говорит. Вообще прослушивание телефонов — это преступление. Как бы. Если вы не из Билайна. Если вы не из Билайна и не из ФСБ. О, наверное, ты узнал об этом в адвокатском институтике, да? Да. Придурок. Дебил. Димон. Урод. Понаплодили. Деградантичка. Просто невозможно разговаривать. Поведение твое какое? Давайте пристыдим. Скажите, пожалуйста, почему вы такая злая? Отличный адвокат, я смотрю, он, конечно, высококлассный. Может быть, потому что вы говорите с тем, кто вас сюда упёк? Или мне показалось? По-моему, вы не похожи на плохого человека. О, пытаемся играть в доброго полицейского. Да ты уже задолбал меня, гад ползучий, мерзкий, ты адвокат! Черт, прям бывшая, клянусь! А какая из? Любая. Гад? ГГ. Ползучий. Не понимаю, она ненавидит всех адвокатов или только меня? Да, да, всех адвокатов не уже. Даже фильм «Адвокат дьявола» смотреть не могла из-за названия. Блюдок, мать, а ну иди сюда, говно собачье. А ну решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, блю. Давайте я записку покажем. Непереводимый фольклор. А, может, ей этот, прослушку показать? Да, она же, так, она в чем смысл? Да, как бы... Адвокат ползучий, да. Адвокат. Я думаю, не, тут нет смысла ей ничего показывать. Ну можно просто ради прикола все протыкать. А ради прикола у нас ХП будут отниматься, по-моему. Нет. Нет, здесь вряд ли будут, но мы не знаем механики. Есть такая механика, если ты показываешь, она... Сейчас проверим. Ой, а знаешь что? Скажу тебе по секрету. Ты, ну... Ты меня просто бесишь. Тоже, да, опять флешбеки бонишь? Давайте ничего не будем показывать. Давайте ей заявление о разводе покажем, пожалуйста. Поэтому просто удалился. Потому что, видишь ли, я с тобой сотрудничать не собираюсь. Они бизнес хотели вместе делать? Спасибо, я не заметил. Да. Давайте нафиг ее. Короче, я понял, это... Ну, понятно. Ну, давайте ей жетон адвоката покажем просто по приколу. Да. А, ну понятно. Ой, а знаешь что, по секретику просто нахер иди, да. И жетон свой забери. Пойдемте отсюда, ребят. А куда идем? Так, юридическое время, отель Gatewater. Теперь ее в комнате нет, и мы можем это полазать. Так мы отвертку уже смотрели, мы же вытащили оттуда. Ну, может, еще что-нибудь найдем? Ну, что, да, что-нибудь сейчас вытащим. Чувака этого найдем. Ну, давай попробуем. Может быть. Но я не уверен, 7 сентября, отель Gatewater, номер 303. Номер ЗОЗ. О, сэр, добро пожаловать. Я заселяю теперь всех в этот номер. Вы себя сегодня прекрасно показали. И не просто показали. Мисс Мэй к тюремной камере привязали. Спасибо, конечно. А он, кстати, поднос под углом держит, он должен скатиться у него давно уже. Да он сам скатился уже, как да и в отеле. Да там все уже скатилось. Риш, простите, что пришлось вас в это впутать. Надо было ему сказать, что он виноват. Что нет, он нет, 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 вам не за что извиняться, сэр. Потому что мне похеру. Сегодняшними действиями вы только улучшите реноме нашего отеля. Теперь сюда поедут все праздные зеваки. А, реноме? Это то же самое... Это тоже что-то по-французски? Машина. Это я слово придумал. Да-да, репутация. Мы станем известны как отель, где убийца послушала телефон жертвы. Вы чё, у нас теперь на букинге 8 звезд будет из 5. А за этот номер можно брать как за номер класса люкс. Прекрасная бизнес-идея, сэр. Несмотря на то, что я всего лишь посыльный, но я такие вопросы решаю. Официальный сайт российской фабрики текстиля «Реноме» в Нижнем Новгороде. С
Спасибо. Погодите. Мисс Мэй же не обвиняли в убийстве. О, ничего еще обвинят. Да и я тоже прославлюсь. Посыльный, что принес убийце кофе со льдом. Это все поехавшие. Почему у меня такое чувство, будто мы оба застряли в каком-то дурном сне? В какой-то дурной игре. Поэтому вы наш почетный гость. Прошу, дайте мне знать, если вам вдруг что-то понадобится в 21.00, пожалуйста. Изучаем. Ну давай поговори. Тут ничего нового нет. Их не убрали. А, сэр, прошу прощения, но не могли бы вы, пожалуйста, ничего здесь не трогать, потому что я уже все здесь потрогал. Они уже часть декора. Я даже название придумал «Последний глоток перед убийством». Мы их прикрутили шурупами. Произведем фурор, пойдем в историю гостиничной индустрии. И вот он еще тоже нашелся мне. Так что, не будем ничего смотреть? Да будем. Из ящика все еще торчит отвертка. Мое тоже прикрутили. А, сэр, пожалуйста, оставьте все как есть. Теперь этот комод кошмаров, скрывающий смертоносный подслушивающий прибор. Скоро он станет одной из наших популярнейших достопримечательностей. Он не шутит, с ума сойти. Вот там труп под кроватью, вы его, пожалуйста, тоже не трогайте. Он станет одной из наших тоже достопримечательностей. Мы назовем короче, его, давай мне его труп уже убитого в этом отеле. И это... Кровать, кровать, окно еще нужно. Да, проверить уж все. Обычная кровать. Заправляю, ничего подозрительного. Окно. Хорошо, сегодня погода. Отлично. Видно офис фирмы. Ага. Так. Да, верно. Мы собираемся установить здесь телескоп. Что? И направить его на то окно. Всего за $5 вам на 3 минуты откроется вид на убийство. А за 15 мы на другое окно его перестроим. А за $15 вид на жительство. А за $70 мы кого-нибудь убьем в окне напротив. Это я так шучу, сэр. О-хо-хо-хо-хо. Судя по тому, как у него блестят глаза, здесь только доля шутки. Стримить будет, короче, из окна. О, какая фотография. Стоп, а может это картина? О, от меня дело. А, неважно. В общем, на стене что-то висит. О, боги. Ну все, ребят. Говорим? Да, говорим и показываем. Насчет мисс Мэй. А, мисс Мэй, сэр, не помню, кто это. А, но как только я ее увидел, я сразу же понял, она точно пойдет по этапу. На что? Мне уже кажется, что вы тут... Что вы тут у нас самый подозрительный. Ага, договорился. Кто был? Я бы хотел спросить вас о мужчине, который был с мисс Мэй. А, да. Он показался мне тем еще сердцеедом. Или птицеедом, я не помню. Если вы понимаете, о чем я. В ту же секунду, как я его увидел, мое сердце воспылало. Задымилось все там в штаниках. Мне все стало ясно, сэр. Мы с ним птица одного полета. У нас чувствительность такая, знаете. Короче, все опасно так. Как я люблю. Вот тут я с вами полностью солидарен, мистер чокнутый посыльный. Если бы у вас была фотография этого мужчины, как меня, уверен, я бы смог его опознать. Потому что по своей фотографии его опознать я не могу. Фотографии? 9 на 12. Фотографии нет, заставить эту Майю говорить мы тоже не можем. Не могли бы вы рассказать мне об отеле? Нет, безусловно. Кстати говоря, у меня появилась замечательная идея, сэр. Сейчас наш отель известен просто как Gateswater. Я же предлагаю добавить подзаголовок. 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 Отель Gateswater. Обитель смерти. Потрясающе, да? Для молодых семей. Вот мамочки с детьми будут заезжать. Обожаю. Ну, как вам? Вышел просто. Не очень.
Прекрасно звучит. Сомневаюсь, что у нее там обычный, конечно, чай. Все? Вообще ни о чем. Просто фотография. Комната пустая. Этот товарищ пустой. Может, фотографию? Да пофиг, дайте фотографию покажем. Прошу прощения, во время заседания я только и делал, что думал об отеле. Поэтому не обращал особого внимания на улики. Так, так обрати. Прошу прощения. Показывается. Не обращал внимания. Ну и иди в попендрий. Идемте отсюда. Куда идем? К Фэй-партнерам? Не... А, нет. К Гроссбергам. Давай к Фэй. Седьмое сентября, юридическая фирма, Фэй партнеры. Похоже, у криминалистов сегодня выходной. Труповицы в ряд. И детектива Гамшу нигде не видно. Полиция весь офис перетряхнула. Сомневаюсь, что здесь остались какие-то ценные улики. Там вебки поехали, ребят. Куда? Не знаю. У них спроси, Бонч. Бонч, что случилось? Я не знаю. У меня все нормально. Только БСП горит на месте. Ты перезашла, и все вебки поехали. Все, приехали. Во, все нормально. Все нормально? Сейчас нормально будет. Ну, там просто, когда ты альта боишься, они пропадают. Бонч, раз ты это, смени мне вебку, раз мы такие. Да, нормально все. Хотя можно... Сиди, сиди, улыбайся. Хотя можно я смотреть все еще разок. Хуже-то не будет. Фикус. Любимая комнатная, теперь поливать его придется. Ага. Не облачко на небе, а я мрачнее тучи. А, вон и отель прямо через дорогу. И телескоп какой-то там. Потрясающе. Постер какого-то старого фильма, кажется. Это был первый фильм, пробивший минус. Ну, как мне посмотреть? Ребят. Больше книг по юриспруденции сюда не пихнуть. Это мы уже читали. Да, все там было. Да, не показалось. В этот, в офис. Да, и раскручивать надо того чувака на 100. Идеально чисто тут не хватает. Да, тут, да, тут ничего такого. А, подождите, а можно же было во вторую часть пойти? А почему как мы... Играть? Ну давай. Сразу со второй начнем. Во второй Dark Souls. Ну чё, к Гроссбергу? Я. 7 сентября, юридическая фирма Гроссберга. Похоже, Гроссберга нет на рабочем месте. Опять. О, картина ушла. Заметили? Точно. Может, он просто почему-то меня избегает? Вместе с картиной. Пам-пам-пам. Постойте-ка. Разве на этой стене не висела гигантская картина? Да, точно. И на картине был нарисован... Рыбак? Нет, второе. Марвин Гроссберг? Там точно не было подсоса, там точно не было рыбака. Я не помню вообще, что картина. Там был охотник с ружьем. А, давай. Марвин Гроссберг. Go. Сохранись! Разве нет? В любом случае, это была не особо запоминающаяся картина. Он рыбак. Он рыбак. Рыбак? Фотография! Та-та-та-та-та. А что у нас тут такое? А какие-то старые фотографии? Их здесь две. Наоборот, есть надписи, сделанные карандашом. Дело DL6, фотография 1. Дело DL6, фотография номер 2. О-о-о. Ну-ка, 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 ну-ка. Опа! Пошла. И кто это? Это мать. Так это ж наша сумасшедшая. Это нет, разрушенная это мамка. Скорее мать всего, перемать? Мать. Разрушенная. Чья мать? Разрушенная. Твоя разрушили. Мать? Мать разрушили. Пожалуй, позаимствуй фотографию. Так. Не думаю, и мы можем показать ее кому-нибудь. К тому же, вдруг это важная улика. Пускай побудет у меня. Действительно. Фотография. Наоборот, написано карандаш. Делал же фотографию краткой, добавленной в материалы. Украдкой. Украдкая. И... Давайте вот я пока... Вот он.
Это коварный тип, гражданская может, мне лучше взять ее, а другую оставить, лучше поменять. Да, давайте ее и покажем посыльному. А почему мы не умеем две фотографии? Две фотографии? Да? Ну, потому что места на флешке нет. Инвентарь забит уже, да? Да, надо выкинуть что-нибудь. Жетон адвоката, я считаю, надо выкинуть. Он нам не очень пригодится, я чувствую. Слушайте, давайте менять и посыльному показываем. Конечно. Все, напоследок я кота демонстрирую, напоследок. Внимательно. О, а я как раз пока вы демонстрируете кота, посмотрю еще раз скайп, камер, настройки. Лучше не стоит. Дорогостоящий. Так, скайпер работает. Шкаф, тут все, странно. Все дорогостоящее, все дорогостоящее. Странно. Я не ожидал такого поворота судьбы. Вот, ничего интересно. Ничего примечательного. Крепкий рабочий. Отполирован. Крепкий рабочий и отполирован. Столик для клиентов. Эбонитовый футляр. Ну, ага. Там все читали. Эбонитовый, роскошный. Так. Фикус, опять же. Очень дорогое, дорогостоящее, наверное, я думаю. Все. Ну что, у нас есть что показать. Идем в отель. Покажем посыльному. Тут недолго осталось. Минут 10, говорит граф Ди. Я сейчас руки помою и вернусь. Го посыльному покажем. Погоди, сейчас я это... Да, кстати, фотку можно ему показать. Так, тот, ну, это да, был мужчина. Мы же для этого ее и брали. Сразу показываем, да? Угу. Ждем Мишу. Пока мы ждем Мишу. По-моему, это посыльный просто с перекрашенными волосами, нет? И улыбающийся, и глаза еще перекрасил. И чья-то задница на подбородке. Это, по-моему, певец Серов. Александр Серов. Я люблю тебя до слез. Мяу! Каждый раз, как первый раз. Мяу! Еще что-нибудь кошка скажешь? Недовольна. Ну, Сэм, еще что-нибудь скажешь в свое оправдание? А Бонич все в доме недовольны всегда. Сэм протестует. Даже сам Бонич. Сейчас будет перекрестный допрос кота. Ребята, задавайте вопрос быстрее, пока подсудимый готов. Мяу! На вопросы. Я не виновен. Я не мяуновен. Что? А что я? Я не виноват. Сама угодила в суд. Так. Смотри, что понравилось. Где-нибудь суд не устроил. Это все, что вы можете... Это все, что вы можете сказать в свое оправдание. Думай, быстрее, у тебя мало времени. Это очень слабый аргумент. Думай еще. Быстрее, последний шанс у тебя. Давай. Что ты скажешь? Ушатай судью. Ушатать судью? Сейчас. Все уже. Пытается сбежать. У нее шкала заполнялась, видите, так постепенно. И потом все, планка упала. Так вот. Взгляните на фотографию. Детектив, это был он. Я узнал, это Фантомас. Я вообще-то адвокат. А это вообще-то не он. А, да, я это знаю. Мы поговорили. Покажи ему значок. Да, напомним. Я просто хотел раз в жизни хоть раз сказать детектив, ну вы же понимаете. Ой, блин, какой же ты... Не понимаю. Без сомнения, это он. Это сельский мальчик. Заселился в отеле мисс Эприл Мэй. Давайте я напишу письменные показания, в которых укажу, что это был он. Я обожаю писать показания. Письменные показания? Он как-то слишком уж всему этому рад. Пусть пишет. Ну пусть напишет. Контора пишет. Не, мне кажется, что... Это не он. Ну, ладно, да не, ну пусть пишет, а что нет, да, у нас на руках будет. Мне кажется, что посыльный берешь? Вообще убийца, это было бы красиво. А какая ему выгода? Да, это потом можно развить. Потому что Тей, он в прошлом садовником был. Потому что он всю жизнь любил ту мамку, которую разрушили, и там все такое. Что? Ура!
Синежур, спасибо, бро. Всегда мечтал это сделать, сэр. Всегда мечтал увидеть донат от Синежура. Отныне я буду известен как посыльный, чья ручка явила миру письменные показания. По-моему, он как кого угодно признал только... бы. Даже если бы мы фотографию Джо Байдена показали, он сказал: да-да, это он, точно. Побыстрее только, прошу вас. Описание мужчины, который не разумеется, показания посыльного, правильно, приятно. А теперь мы пойдем покажем эту фотографию мисс Мэй, показания посыльного. А? Не фотографию, а показания. Все, больше ничего не показываю. Напоминаю, дебил, я адвокат. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Валим! Следственный изолятор. Прижмем к ногтю эту лохудру. Опять ты? Ты намёчков не понимаешь, что ли? Пропали подопай. Слышал? Я вернулся сюда только потому, что вы со мной говорить не хотели. Я вернулся, чтобы служить. Так это что, я что ли виноватая? Это когда откашивающего от армии поймал военкомат. Я вернулся, чтобы служить. Я вернулся, чтобы служить. У тебя не только башка колючая, но еще и сердце вонючее. Вот так вот, да? Рифмоплет. Да. Короче, хватит. Разбираюсь с этим делом и бреюсь на лосо. Что? Скажем? Ну, можно, конечно, поговорить, но мне кажется, что тот мужчина. Может, скажем сначала, да, потом... А теперь да. Можешь фоткой показать. Ну, насчет того мужчины, с которым вы снимались в номере в отеле. Можете рассказать мне о нем? Где он? Что он? Как он? Ничего говорить не буду. Ну, какая ты капризная. Слушайте, его обвиняют в убийстве. Защищать его не самая лучшая идея. А ты бы сделал покоп? Сделал. По полной программе. Я бы сделал все, что ты скажешь, милочка. А ты бы сдал покойную мисс Фэй копчиком? Копчиком? Что? Покойная мисс Фэй очень любила копчиком, конечно. Неплохо. Но я бы ее в этом случае не сдал. Нет. Ну вот, видишь. Стоит ли сделать вывод на основе ее слов, что убийца уже покойный тоже? Черт. Был бы у меня что-нибудь, что могло бы заставить ее говорить. Но что же может заставить ее говорить? Что же? Жетон адвоката! На помощь! Ну что? Описание мужчины, который в ночь убийства был в отеле вместе с мисс Мэй. Мака! С мисс Тэй. Не могли бы вы взглянуть на это? А? Что это чек за вас? Чек за услуги отеля. Что это? Что это такое? Что это? Бумажная это жаба. Эту? Письменные показания посыльного. Он рассказал все, что видел. А видел он все. Все. Он поведал о мужчине, с которым вы снимали номер. По-моему, он такой, это вам. Что это, шоколадка? А, тогда я все расскажу. Вы такой милый. И описал, как тут выглядел. Бомбануло, смотрите, как у Твича прям. Наконец-то какой-то прогресс. Да это было в самом начале. Не, помягче с ним. О, быть помягче или пожестче. Как вы, как, Бонич, ты как? По моему опыту, Миш, оба варианта бесполезны. Я пробовал. Надо просто сажать ее на бутылку. Ты, а ты что скажешь? Беги, дорогая, беги. Я бы посоветовала притвориться мертвым. Ты, вот если бы ты была такой стервой, с тобой надо было быть помягче или наоборот пожестче? Неплохой вопрос. Ну давай, вжилась в роли, рассказывай. Это компрометирующий меня вопрос. Давай, давай. Пожестче, я понял. Не, второй надо, потому что она привыкла, что к ней типа мы сейчас такая, все, в наручниках сидит, ей деваться некуда. То есть, и когда она понимает, что маячит на горизонте, она сама как бы размякнет там уже. Ой, чё маячит. Вот Сережа и продемонстрировал свое незнание женщин.
Давай, второй, тыкай. Я в наручниках и прям маячит. Ладно, тыкай. Маячит. Приструниваем. Приструниваем. Миш, сейчас построже. Приструни, давай. Миш, построже, пожалуйста. Все, пора, пора, пора надавить. Как следует. И щиток сблифовать. Сейчас сблифану я уже. Незачем притворяться дурочкой, если она вообще притворяется. Да, это приструнил, конечно. Вы мне все не расскажете. Я отдам эту фотографию вот тому мужику сзади. А он знает, что она на нее будет делать? Ты даже не представляешь. А он знает, ты икать будешь бесконечно. Что? 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 Этот мужчина сейчас скрывается, а должен был давать показания по делу об убийстве. Где ваше гражданское самосознание? Уверен, с его репутацией журналистам будет что написать. Вот это надавили. У свинюка. Ладно. Нет, что-то это, мне кажется. Я все расскажу. Ты победил, адвокатишка. Мы проиграли. БСП, откуда пессимизм такой? Все нормально. Да, блин, какое приятное чувство. Да, люблю побеждать. Это так редко бывает. Как прекрасно жить. Я пошел. Чего это ты так победно размахиваешь тут своими этими самыми кулаками? По-моему, мои в глаз зарядили. Приструном своим, приструном. Опять я вслух танцую. Итак, расскажите мне о человеке, с которым вы были в отеле. А я была в отеле с разными людьми. Ну, это... Это был мужчина. Вот, это мой босс был. По волосам непонятно. Да. А вы краской для волос торгуете, я так понял. Не-не-не, будешь. Извини, ты я перебил. У них как бы цвет одежды практически перпендикулярен цвету волос. Да-да, я понял тебя, я понял твои показания, Сережа. Мы учтем это. Хорошо, что вот... Хорошо, что мы не дальтоники. Ты записал это? Да-да-да, перпендикулярен цвету волос. Так, это Red White, а президент Blue Corp, конгломерата, занимающегося сбором информации. И а помните, разрушитель помните? Мам. Да, это же разрушитель мам. Вы помните, она же про него как раз рассказывала. Нам про него пока еще не рассказывали ничего. Про Реда рассказывала эта сестра, что была у мамка ее с экстрасенсом, потом... Кого-то она там посадила по ложному обвинению. Ему посадила она. Да, и этот Red... Нет, этот Red White, в общем, ее, так сказать, разоблачил публично. И поломал ей всю шаманскую карьеру. А, отвлекли меня сбором информации. Разрушение мам. Думаю, это можно назвать детективским агентством. Red White, Green Blue, похоже, это не люди, коктейли в гостинице. У них, короче, офис следующий, прям напротив. Мейкам. Не, как там? Фейк и партнеры, да? Точно, Серега. Значит, он был с вами в ночь убийства. Он был со мной регулярно. В разные ночи. Он всегда со мной, в моем сердечке. Мне. Слушайте, страшно. А видите, где он был так в ту ночь? Где он меня трогал? Покажи на кукле той. На кладбище, он был на кладбище. Я не хочу закончить, как она. Не хочешь стать адвокатом? Дрыгаешь в голове? Не хочешь стать адвокатом, открыть свою фирму, нанять меня своим помощником? Нет? Не переживайте. Я тогда поговорю с ним сам. А вы все равно закончите, как она. Вы можете мне рассказать, где находится Blue Corp? Потому что я как бы не разбираюсь в этих всех корпорациях. Меня в Google, что ли, забанили? Яндекс.Карты просто у меня не скачаны. Мистер Red White. Красно-белый. Blue. Да. Наконец-то появилась нить, ведущая к нему. Так-то сложно было. И канат, я бы сказал. Совершила не Эйприл Мэй, остается может, поля. Только он. Нет, остается еще июнь-июль, август-сентябрь. Пора задать жару. Я боюсь, галку придется ставить.
показания последнего выброса. Сейчас, минус. Сейчас я опять минус на Твиче буду. Выброшены? Зачем? Что? Зачем мы выбросили показания посыльного? На этом, чё? Видимо, все. Прощай, минутная Россия. А тут, видимо, да, это айтемки сгорают потом. Это как в этом, в инспекторе гаджете. Постоянно записка самоуничтожалась. А поговорить уже не о чем, там галочки проставлены, да. Ну понятно, получилось, что хотел, уже поговорить не о чем. Ну, так ты, извини, надо было не проставлять галочки тогда. Ты была свидетельница на один раз. Подопросил и бросил. Да, да. Да. Я это самое. Ты соображает. У меня беспорядочные допросные связи с вами, девушка. Почему Миша сказал об этом с таким удивлением? Мы идем, не знаем куда, ребята. Вперед. Приятно удивляться. Приятно. У Миши просто сравнение тебя сразу идет с 2014 годом, вне зависимости от текущего года. С 7 сентября офис президента компании «Голубые корпы». Картина, о, картина купили. Картина. Это та картина адвоката. Дорогая взяточка. Что за порождение сюрреализма? Знаешь, меня что смущает, что Blue Corp на зеленом шаре написано. Да-да-да. У меня диссонанс сейчас. Красным цветом. Может, если смешать все это, получится голубой? А, нет. Дружить! Потому что разгрин голубой, там не получится голубой. Да. Добро пожаловать. Добро пожаловать! Прошу вас сообщить мне величание своей персоны. Он будет перегибать. Чего? Величание сообщи. Что? Ваше имя. Как ваше имя? Тинь. Это мне зубы блестят. Венера. Я всего лишь вопрос интересуюсь, как вас надлежит величать. Вопросы интересуюсь. Слушайте, у нас уже с кастетом встречает. Поаккуратнее, ребят. Я напишу вопрос, а интересуюсь. А галстук из трусов дедушкиных тоже производит впечатление. Вообще очень модный, стильный парень. Икона стильная, я бы сказал. Райт. Феникс Райт. Вопросы интересуюсь. Игорь Верник? Ты умеешь делать голос Игоря Верника, Сереж? Да там на самом деле это просто переодетый Супермен, очевидно. Это из-за улыбки только вы хотите, что Игорь Верник? Да нет, это точно Супермен. Как его? Прически? Как это Супермен это звали? Полузакрытые такие. Может, я Верника неправильно помню? Как звали Супермен это, вспомните? Кларк Кент. Кларк Кент. Вот этот Кент точно Кларк. Не, на Верника вообще не похож, ты че? А это Криптонит, все очевидно. Мистер Райт. Я буду улыбаться, это как чувак из Капитана Врунгеля. Мистер Райт, я мистер Уайт. Мистер Райт, Райт, значит. Да, понятно. А я Уайт. Мы с вами оба. Уайт, это Райт, Райт, Райт. Уайт, Райт, Райт, Уайт. Поговорили. Они, ребята, они оба айтишники. Превосхолепно. А? Да айтишники. Блин, да, я тогда... даже сразу не понял, нифига себе. Я понял, сказал... но как бы... Я бы, даже сказал, тогда. Я бы даже сказал, их любимый блогер Айтипедия. Нет. Я бы так не сказал. Привет, Твичу. Вас не устрашает мой гигантический... Давай, Тей. Что общего между мистером Райтом и мистером Уайтом? Они оба айтишники. Все верно. Вас не устрашает? Подожди, Сережа, надо обдумать. Чатик. А, я понял, блин. Блин, ты понял, я не понял. Они оба айтишники. Айтишники. Просто до этого каламбура надо, да? Это снова ты. Да. Сережа все равно не понял, но давайте продолжать. Да, их любимая игра Смайт. Гигантический. Я почему-то голосом Владаровского ничего не начал. Гигантический вокабуляр. Что с ним не так? Все. Red White, президент. О, Blue Corp. Образцовой общественной организации. Но и это еще не все. В подарок вы получите зеленый шар. Специфика моей работы сводит меня с самыми сливками общества. Поэтому, боюсь, я не привык общаться с теми, кто скорбен словарным запасом.
Корбен Даллас, мультипаспорт. У вас еще сливки на губах не обсохли, чтобы нас обвинять в скудности. Это мистер... Это мисс Мэй, ничего страшного. Новый фрукт. Баклажан. Позвольте угадать. Что за баклажан? Вы адвокат, лишь недавно окончивший университет, разве не так? Так, по-моему, это уже нас допрашивают, ребят, давайте поаккуратнее. Ибо никто другой не решил бы просто так взять и явиться ко мне. Ко мне? Что происходит вообще? Что он несет? Впрочем, неважно. Итак, с каким же намерением этот великий адвокат пришел к такому человеку, как я? С намерением засадить вам по самые помидоры в ваши баклажаны. Жуть. Жуть. Самолюбие у этого типа просто зашкаливает. О, он музыку включил. Аккуратнее, ребята. Изучаем. Картина! А почему музыка из уровня на Дэнди какая-то сейчас была? Все, игра тебя услышала. Я напропала. Да, она меняет звуковую игру. Это авторские права, будешь тебе с YouTube уже прилетели. Разве я не видел ее до этого? Может быть, это копия? Не говорите ерунда глупости. Меня интересуют подлинники и только подлинники. И это самый что ни на есть настоящий подлинник. Стоит настоящий миллионов подлинник. 5, уж поверьте. Так это ж обычный выпендрежник. Это, судя по всему, классический бизнес-тренер. Как его видят люди под веществами. Хм. О, поменяли, Серег. Такая устраивает? А, нет, то же самое. Это же самое. Какой стол! Гладкий, большой. Ладно, впечатляющая коллекция. Судейская награда, почетное второе место. И звук участников. Награда за сотрудничество, почетный приз за добрые намерения. Все. Короче, в метро купил все это. Взгляд цепляется слова «почетный» и «судейский». Что это? У меня взгляд цепляется за стол. Пожалуйста, Александра, как хотите. Мне кажется... Это что-то наподобие стола? Ты не понимаешь, Саша, это не стол, это что-то наподобие стола. Это из Икеи. Ну и ну, вот как он собирал, ножки, интересно. Ножки у него. Вы заметили, что их лепили по моему образу и подобию. Если вы закажете его прямо сейчас, в подарок вы получите вон ту лампу в форме какашки. Набор яйцерезок. Неужели эти гладкие выкруглости ни на что вас не вдохновляют? Гладкие выкруглости. Ой, там столько куч, может ну-ка, быть, ну-ка, можно поподробнее, да, рассмотреть? Что, что? Куч, говорю, много, может быть, под столом. Куч, да. Кучм? Куч. Куч. Сережа, шутки из 94-го года просто привез нам. Кучм. Актуалочка, Серега, спасибо. Я смотрю, ты добрался до истории России. Держащего в руках весь мир. В глаза сразу же бросается надпись... Blue Corp. А самую статую, конечно же, лепили из мистера Уайта. Настоящий шедевр, но и это еще не все. Наверное, для вас она слишком прекраснительна, не так ли? Думаю, она для кого угодно слишком прекраснительна. Все, ребята, так, а в окно можно что-то посмотреть? О, окно! Офис находится на последнем этаже 20-этажного здания. Not bad. Вид отсюда открывается довольно президентский. Мы в Москва-Сити, ребята. Все? Вот такой вот интересный человек этот мистер Уайт. Поговорить! Мисс Мэй! Мисс Мэй... Мисс Эйприл Мэй ваша сотрудница, верно? Верно! Она была моим секретаристом. Извините. Секретариатом. Только представьте мой шок, когда я узнал о ее злодеяниях. Когда я узнал, что я заселился с ней в отель. Злодеяниях? Вы имеете в виду прослушку? Верно, ей платили за ответы на звонки, а прослушивание звонков в ее обязанности не входило. Только ответы. Слушать не надо было. Действительно, работая у нас, она занималась в том числе и сбором информации.
Но смею вас уверить, мы не поощряем незаконные методы, только законные методы прослушки. Берс, привет. Уму непостижимо, как она могла пойти на подобное. Складывается ощущение, что он пытается свалить все на место. Да не... Да не, показалось, наверное. Той ночью, когда произошло убийство, вы были в номере мисс Мэй? Мы сейчас ящик Пандоры откроем, мне кажется. Кто знает, может был, а может и нет. Я редко обращаю внимание, где я нахожусь. На мирские вещи, вроде пространства и время. Это Джимен из Half-Life. Мистер Фреймен. В пятом измерении живет человек. Get ready for unforeseen consequences. Девиз всей моей жизни, не беспокойся, будь счастлив. Я песню даже написал по этому поводу. Какую? No Woman, No Cry? А, другая какая-то. Так. Ну, и все-таки мистер Уайт, работающий в отделе посыльной, утверждает, что точно видел именно вас. О! Неважно, пусть утверждают. Может быть, и видел. Да кому какая разница? Что ему заблагорассудится? Блин. Ну тогда ладно, пойдемте, ребят. Вам я в любом случае ничего не скажу. А то, что я сказал до этого, не считается. Если вы хотите что-то от меня узнать, то вызывайте в суд в качестве свидетеля. А мы вызовем. Хотя я сомневаюсь, что вы на это способны. Потому что вызывать в суд могу только я. Потому что вы меня даже на свою свадьбу свидетелем не вызовете. БСП подвис, да, БСП подвис в 2018 году. А, это даже вообще 17-й, по-моему, был. Он ведь поднял хороший вопрос. Почему прокуратура не вызвала его в качестве свидетеля? Ведь он должен был увидеть то же самое, что и мисс Мэй. В смысле, полицейские, судьи. Все куплены. Нас срать я хотел на это все. Для меня они лишь игрушки. Куклы в моем театре. Кстати, приходите в театр. Так. А что представляет собой ваша компания Bluecorp? А статуя держит круг, и на этом она заканчивается. О, замечательный вопрос. Мы торгуем зеленым горошком, судя по всему. Мы покупаем и продаем различную информацию. Например, в зеленых таких шариках. У нас даже канал НТВ свой есть, вот с таким же лейблом. Это бизнес будущего. Можно сказать, что мы и есть будущее. А, слушай, если переставить букву, получится Яндекс. Чё? А? Какие буквы? Читайте дальше. Где переставить? Я в Скрабл играю, Бонни, забей. Давайте акцентируем внимание на это не совсем удачные шутки БСП. Давайте ее обсудим. Давайте. Что будем обсуждать? Во-первых, почему ты пользуешься Яндексом в 2021 году? Я не пользуюсь Яндексом. А чем ты? Подожди, а почему не пользоваться Яндексом? Там Иван поддержал с голосовым сообщением, слышишь? Че он говорит? Ваня, спасибо. Че говорит? Ваня, не написано. Ваня, а Бонич нам звуки не транслирует почему-то. Вот я и спрашиваю поэтому, что он говорит. Ваня, а Ваня говорит вот что. Голосовым сообщением. А че? Ха. А я ничего не могу послушать. Можешь. А как? А, вот, могу. На Гудгейм. Иван Тюрин поддержал ваш канал на 2000 рублей с голосовым сообщением. Ты лучший стример. Точно не мне, похоже, ошибся парень. Спасибо большое, Вань. Спасибо. Что? Блин, он прям озвучил профессионально, как мы персонажи этой игры практически. Ну я лучший стример, ребят. Ну что? Или кто-то из вас? По версии какого журнала будешь? По версии журнала Иван Тюрин. Понял. А это для меня достаточно. Авторитетное издание. Всего за 10 лет я поднял этот офис до необычайных высот. На 22-м этаже теперь мы. Начинали с подвала. Все спрашивают меня, как я поднял бабла. Кстати, если вам вдруг интересно, компания Bluecorp названа в честь музыки блюз. Да?
А, окей. Только мы Z позади... заменили на корп. И все. Как бы. Все очевидно. И назвал ее так я. Red White. Основатель Oblucor. Кажется, человек слишком много ведет презентаций разных. Вы спросите, почему? Нет. Почему ты создал такую компанию? И я вам отвечу. Потому что я люблю блюз. Разумеется. И еще корп. Корп я тоже люблю. Поэтому блю, корп. Фантасхитительно, не правда ли? Да пошел ты. Реально. Картина. Если честно, меня кое-что беспокоит. Да. Ваша прическа, ваша одежда. Раздражает ваша розовая кофточка и ваш микрофон. И ревматизм еще у меня. Да, и что же? Это огромная картина. Откуда она у вас? Я купил, хочу такую же. Скажите, когда она у вас появилась? А? 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 Да, нет, нет. Я не слежу за картинами, вы же понимаете. Они просто... сами появляются, исчезают вот здесь. Ни малейшего представления не имею, совсем забыл. Но если вы хотите такую же, оставайтесь на линии. Дело в том, что я уже видел эту картину. Это я не считаю не свои слова. Я, кажется, предсказываю будущее. Я читаю ваши мысли. Вы хотите сказать, что видели эту картину буквально вчера? А почему тогда сегодня она висит в офисе у вас? А? Ну, понимаете, у меня столько бабла, я пошел, увидел картину где-то и просто ее взял, и оставил вместо нее 500 тысяч миллионов долларов. Нарисованных. Мистер Врайт. Вронг? Врайт. Врайты это, по-моему, в Старкрафте были первым, если я не ошибаюсь. Призраки, да. Wrath. Рейцы там только были. Рейцы. Как правильно, Сереж? Врайты. Врайты. Не-не-не, там... Рейцы waiting launch orders. I take formation. Ну вот, я так и говорю. Attack formation. Сдается мне, что вы не вполне осознаете свою текущую роль. У меня уже кукушка течет от твоих ролей. Я спрошу еще раз, кто вы? Мистер Андерс. Кто я? Так, кто я? По жизни. Гражданин, я не знаю. Человечество — это болезнь. Ну, адвокат. Адвокат! Мы... Извините. Я Бэтмен. Нет, мой наивный друг. Вы всего лишь адвокат. Ну, извините, ладно. Вы ничтожество. Тляпшик пустое место. Тляпшик. Спасибо, мой психолог. Скажите, психолог, сколько я вам должен за прием? Точно психолог вообще. Бесплатная психологическая помощь. Как и то жалкое подобие адвоката Грязьбургер. Это Убергурбер. Про того толстого. Я хочу купить один гамбургер. Что? Убергурбер. Он нас бьет, кажется, ребят. О. Кастетом. О. Он меня ударил. Да, точно. Мам! Нам все, пойдемте отсюда, он дерется. Пойдемте поищем другого обвиняемого. Валера, иди расстреляй его в коридоре. Да, прикинь, это жирик был бы. Так что, мистер адвокат, смотри на свое лицо, исчезай. Что теперь будете делать? В нападении меня обвинять? Обвиняйте сколько душе угодно. Пойдемте побои снимем, ребята, что за беспредел вообще творится? Только вот виновным признают вас. Хрена. Потому что он сам брал свое лицо и бился им об мои руки. Это просто какая-то... Господи, я где-то в кабинете чиновника, я прям ощущаю это. Слушайте меня внимательно. Полицейские, судьи, все они подчиняются мне и только мне. Я получил власть, которую не снилась моему отцу. Да, я точно в какой-нибудь администрации, знаешь, какого-нибудь мелкого чиновника средней руки пытаюсь документы на землю оформить. По вашим словам, да. Но все же, возможен ли такой контроль на самом деле? Да он тебя рожу набил только что, конечно, возможен. Я и не жду, что вы поймете.
У вас этот есть мир существует за пределами вашего восприятия. Это Reaper из Mass Effect, я его узнал. We are beyond your comprehension. Полагаю, вас ко мне направил Убер-Гюрбер. Мистер Гроссберг, да? В таком случае, поинтересуйтесь у него, что здесь делает принадлежащая ему картина. А, так можно было? Извините, пожалуйста. А вы бить не будете меня? Быть может, он вам расскажет. А может и нет. Быть может, он поведает, как человек способен жить лишь ради собственной выгоды. А теперь прочь, Кыш, нам здесь больше нечего обсуждать, если вы не хотите ляпшик, купить у меня. Кыш. Ты ляпшик. Капец, вообще просто деконструировали. Ну, дайте покажем ну, очень. Чё, дайте фотографию, мы покажем. Можно автограф ваш? Вот такой крутой. Я адвокат! Может... Адвокат! Я не тля! Я не тля! Не боитесь вы... позвольте... позвольте мне вообще, алло! Сейчас я еще морду вам набью раз. Ладно, ты фотку да. покажи ему. Видел? Видел? Вы... Смотри, сейчас покажу фотку ублюдка конченого, смотри. Ладно, хорошо. Have you seen this man? До свидания. И куда идем? А, ну к Гроссбергу уже. Гроссберг, да. А его спрашивать, не куда дома. Картину дел? О, он тут. Говорить будешь? Нет, усатый. Нормально все? Это Принглс, только он в парике. Похоже, он меня не замечает. Может, мне тоже прокашляться попробовать? Нет, слишком. На лицо ему так. Святые угодники, Михаил, Мефодий и святой апостол Андрей Первозван. О, это вы! А, что случилось в наших лесах? Вы выглядели как-то меланхолично, словно старец на закате своих дней. Кстати, вам недолго осталось, видимо. Судя по тому, что у меня стекает по лбу, я думаю, что у господина Гроссберга было сложное утро. Настучали ему по лбу. Что? Я еще молод, в самом рассвете сил. Я просто думал обо всем, что произошло. Готов поспорить, ему явно что-то не дает покоя. Ну что, про картину скажем ему? А, нет, тут уже все. Постойте-ка, разве... Да, точно. Был нарисован. Марк, Марвин, Гроссберг. Разве нет? В любом случае, ладно, не важно. С ним. Поговори со мною, мама. Значит, вы приходили на слушание? Да-да, я там был. Видите ли, меня всю прошлую ночь кое-что беспокоило. Я не мог сомкнуть глаз. Правда? Один. Что же вас беспокоило? Бессонница, идиот. Что ж, вы видите ли, я думал о сестре Мии, той бедной девочке. Я от всего сердца благодарю вас, мальчик мой. И если бы с ней что-то случилось, я бы себе места не нашел от волнения. Разве только вот в том дорогом кожаном кресле. Хоть я это уже, конечно, и спрашивал, но... все же, почему вы отказались защищать Майю? А? Мне кажется, я имею право знать. Право знать, мистер Райт? Нет, извините, мне нужно больше времени, чтобы все обдумать, мальчик мой. Похоже, он чем-то серьезно встревожен. И кажется, я даже знаю, чем именно. А мы нет. Что медведь там лапы себе грызет на заднем плане. Мистер Гроссберг, я посетил офис компании Blue Corp. Теперь я буду у них работать. Вместо вас. Ах, вот так. Знаете, должен признаться, меня кое-что беспокоит. Я тля, ничтожество. Тля-пшик. Вас тоже тля-пшиком обозвали там.
Что за урод? Пыль под копытами. Я вообще не человек. А, вот так. Да и что же, мальчик мой, я вас слушаю. Понимаете, дело в большой картине. Давайте в картине спросим. Да, да. Мистер Гроссберг, сэр. Вчера у вас здесь висела огромная такая картина, разве нет? Вы еще сказали, что ни за что с ней не расстанетесь. Было такое? Было? Что ж, я видел эту картину. Сегодня. Она висела в офисе президента компании Blue Corp. В офисе Red White. Кстати, вопрос, погодите, а как вы туда вообще не упустили? О, странно, как вы это заметили. Что? Ну, почему у Гроссберга там секретарша была, про нее говорили в описании, а к тому чуваку мы просто прошли сразу в президентский офис, все, никто ничего не это не записывал. Потому что его секретарша сидит в тюрьме, Сереж. Не, она не его секретарша. Ну, его ассистентка была, он говорил. Ну, мне нет, кажется, она там это тождественная информация. Ассистентка. Ну, значит, он сам себе секретарша. Зачем такому человеку вообще секретарша? Он и так прекрасно себя ощущает на встречах. Полагаю, мне стоило этого ожидать. Картина все-таки была не маленькая. Мистер Гроссберг, я знаю, что вы каким-то образом связаны с мистером Уайтом. Связан, говорите. Да, дело в том, что он... Ваш любовник, точно! Делится с вами. И сегодня в студии программы «Пусть говорят». Шантаж. Почему, чем шантажируют? Ну, он картину спер у него, и, типа, картину она у него висит. Картину так не отдаю. Типа, либо ты отдаешь мне картину, либо я что-то рассказываю. Ну, кстати... Он собирает информацию, он знает всякие эти, как компроматы на людей. Скорее всего, он за счет шантажа Да, ты права. Хотя, конечно, хочется... Я умываю руки. Хочется... Вы когда были молоды... Миша пошел умывать руки. Ладно, он вас шантажирует. Типа, когда вы были молоды, вы снимались для обложки Pringles. А теперь... Мистер Упакет. Он снимался в рекламе веселого молочника, мне кажется. У кого там телефон? Этого мистера... Это уже из Blue Corp позвонит человек. Сережа, он уже все про тебя знает. Будь аккуратен. У меня телефон не звонит только. Ну, почитал бы хотя бы. Миша! Да, Миша, почитал бы хотя бы уже. Чего-нибудь. Ты 40 лет почти уже ничего не читаешь. Либо ты отдаешь картину, либо станешь моим любовником. Ну тогда картина бы висела на месте, очевидно, Орел. Господи, можешь как Миша читать? Нет. Черт. Давайте послушаем музыку просто. Я забыл, что я стрим. Да. Нет. Я забыл, что я читаю. Черт, извините, я думал, что... Миша себе встречу назначил только что, чтобы потом слиться на эту встречу. Миша, теперь ты должен отдать мне картину, которая висит у тебя на стене. Миша сейчас напоминалку себе заведешь, чтобы она через 2 минуты сработала. Такая, о, блин, у меня же встреча, чуваки, я забыл. Шутите. Так жаль, так жаль. Ну, Миша, ну куда? Он опять ушел. На встречу, очевидно. Ну мы подождем, у нас есть время, ребят. Давайте что-нибудь обсудим пока. Как вы думаете, кто убийца? Итак, сегодня на стриме краб, Тей, кресло и гифка, друзья. Слушай, на кресло тоже можно, Миша. Поменяй мне гифку, Бонич, уже. Ну, сколько можно? А, я смотрю на твою гифку, а ты явно не хочешь, чтобы ее меняли. Гифка как бы намекает, не меняйте меня, не меняйте ни в коем случае. Это лучшая гифка. Может быть, у Миши встреча в соседней комнате? С котом? Да. С туалетом, как вариант. Так это гифка тут. Люди недоумевают. Не, я просто полчаса по приколу сидел так и чрево вещал. Да не полчаса, час. А давайте все вместе так. Извините, пожалуйста, я перепутал. Миша, давай быстрее контент делай, Миша. Что? Давай контент! 4 гифки на стриме! Да давай подсоединяйся уже! За 2 минуты, пока меня не было, что вы делали с Бля, и только Серега держится!
Серега, красава! До конца гейминг! А, я понял. Давай контент делать! 3, 2, 1, поехали! Давай, давай, тык! Дебил! Ладно, я побежал, извините. Извините, что так резко. Спасибо за внимание, спасибо за компанию, было весело. Пока. И туда анонс по Диабло такой сразу. Подождите. А шантажирует ли... Кто шантажирует мистера Уайта, мы узнаем в следующей серии. Да, друзья, ну что ж. Я вебку попытаюсь починить к этому времени. Ну, это будет еще не... Ой, ой, извините! Помнишь такой? Пять раз прокликал. Лол. Ладно, хорошо, сохранился. Вернуться в меню. Все, ну ладно, тогда давайте, ребят, спасибо. До следующего. Друзья, давайте в четверг. Мне очень интересно, что будет с адвокатом. Нет, в четверг я не факт, что смогу, но я отпишусь. Посмотрим. А завтра? Не отписывайся ни от кого, Серега. Будь нашим подписчиком, пожалуйста. Блин, все уже вебки выключили, а Сережа все еще на стриме. Красавчик. Класс. Держусь всегда дольше всех, ребят. Так, знаете, что я вам скажу? Я не буду выключать стрим, пока БСП не прекратит это делать. Подождите, подождите, сейчас пасхалочка для алдов. У БСП не только больше всех, но еще и дольше всех. Класс, повезло. Ай, ну ладно, планируем на четверг, несмотря на то, что Сережа не может... При любых Unstoppable. Потому что... Все, пока. Давай, Сашка, пока. Если что, в любом случае с нами будет гифка. Так что мы справимся. Да, друзья. Ну что, до четверга. Спасибо большое за поддержку. Огромнейшее спасибо Синежуру. И не менее огромное, примерно вот такого же размера, спасибо Ивану Тюрину, по-моему, это новый наш саппорт на канале. Не помню я от него как-то донатов до этого, но, может быть, я ошибаюсь. Спасибо вам, ребят, большое за поддержку. И неизвестному за соточку тоже такое вот крохотную спасибулечку тоже засылаю. Все, увидимся. Всем правильного и удачного слушания. Уважаемые молодые адвокаты, готовьте дела.